Nokia 2630. Замена подложки клавиатуры. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 2630». Подложка клавиатуры приклеена к пластмассовой рамке с металлической вставкой двухсторонним скотчем по всей площади. Для уменьшения проблем при съеме подложки металлическую вставку рекомендуется нагреть. В нашем случае мы пользуемся паяльной станцией и подаем на вставку горячий воздух. В домашних условиях подложку можно нагреть феном или просто над газом. Чаще всего подложка выходит из строя из-за попадания влаги. Когда влага попадает внутрь, начинается коррозия, повреждается разъем, возможно также повреждение контактных площадок, и подложка частично или полностью выходит из строя. Нагретую подложку отсоединяем от металлической вставки. Новую подложку прикладываем к металлической вставке, совмещаем по направляющим и прижимаем по всей площади пальцами. Все, подложка клавиатуры заменена.